And y'all ready for this? Еще он слегка бешеный. В хорошем смысле. То, что надо. Три года за решеткой. Сейчас домашний арест. Значит, он не должен отходить от дома больше, чем на 100 метров. Перс. Роман Перс. Не вмешивайся, что бы ни случилось. Боже, сохрани. Ром! Я только для своих ребят, Ром. Свинья. Я уже не полицейский. Точно? Блондинчика поперли? Точно. Блямбы нет. Началось. Хреново дерешься. Лучше остынь. Заткнись! Ты какого хрена приперся? Сказал же, попадайся мне на глаза. Ты мог свистнуть мне. Я отрубил 3 года. Я не виноват в твоей ходке. Что тебе от меня надо? Есть предложение. Когда ты был мне нужен, ты пропал. Теперь портишь благодетеля. Надо порулить со мной в Майами. И тогда с тебя снимут и железку, и судимость. Я 3 года отсидел. 3 года из-за тебя. Я знаю, чего ты стоишь. Может быть, и нет. Может, не знаешь. Закончили? Подвоха не будет. Только выполни работу. Я же сказал. Заткнись, вошь. Значит, снимите судимость и браслет уберете. Верно. Тебе же нельзя удаляться от дома больше, чем на 100 метров. Вот я и живу на автодроме. Не притворяйся, что упустишь случай.